51 килограмма. В красном углу Худобахш Абджамила. Город Балашиха, Московская область. Мастер спорта юность России. В синем углу мастер спорта Артем Костин. Город Новосибирск, Новосибирская область. Тренеров Рината Исмагилова и Виктора Тюменева. Thank you.
Седьмым угловым мастер спорта Артем Костин из города Новосибирска. Ему 18 лет, боксом занимается 7 лет. В ринге провел 63 боя, 60 побед. Он является победителем первенства России среди юниоров 17-18 лет. Победитель международного турнира в городе Комсомольске на Амуре. Тренируется под руководством тренеров Семилкина и Сыренова. Решением судей победу по очкам и звание победителя седьмых всероссийских соревнований по боксу имени Александра Бахтина 2024 года завоевал боксер синего угла Артем Костин, город Новосибирск.